Всем доброго здоровья и приятного аппетита сейчас кушать. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Мы будем играть в игрушку под названием... Да, поезд туда. Пэм. 4. Да, вышла новая часть, будем тупо помирать. Вот как раз померли. Как мы и любим. Мы как-то давненько снимали одну из частей. Папа, чья-то шерстяная жопка, сейчас мы ее будем... О, это надо было всего лишь погладить медведя. А ведь... А что, так опасно? Мило все закончилось? Понимаешь, по-разному По-моему, бывает. Вот эти мишки одни из самых опасных хищников. Короче, хотите больше Android-игр, будет оно вам. Искать это тяжело, но реалистично. Так что, о, любимый звук. Ладно, хоть не в гроб. Да. Все, я не знаю, как по качеству, ребят, будет. Мы записываем прям с телефона. А почему на две? Надо быстрее. Я не знаю, надо тапать теперь, чтобы чаечки нас не дали. А можно чаечку, чтобы нас... Не надо. Ладно. Я хочу, видишь, выжить. Но я только не знаю, может, реально надо помереть, чтобы выиграть. Я не знаю, какая цель вообще, выжить или помереть. Но я сейчас выжил, давай посмотрим. Хороший вопрос. Вот они очки начисляют. Здесь, короче, в этой части новые схемы есть. Так, а тут что? Я зажал. Что здесь? Смотри, муха залетит. Надо смотреть. Я эти зефирки жарил. Я даже не понял. Короче, здесь новая система, есть база. Если что, это база. Это база. И нужно, короче, ее строить. Вот чем отличается. Пока еще вообще все замечательно, никаких да, проблем. Да, я вообще, я жду, да, там, пила, так, сейчас кровища, надо вовремя там... что-то сделать, смотри. Ой, а как ударить-то? Так, вот, впервые смотри, мы случилось. Померли, да. Ну. А, это наша жизнь, сколько осталось. До базы. Блин. Ну, тупые. А, это что? Закрасить. Мочой закрасить. Шутка. Навижу. Уринка. Уринотерапия. Да. Слушай, ну, выглядит, конечно, всё красиво. Все делает лучше. Все, действительно, три жизни. Так, надо быстро. Флик. Че флик? Отталкивать этих. Нет! Все. ГГВП называется. Блин, а выглядит так красиво, на самом деле. Все, мы сдохли три раза. Так, можно за рекламу? Не буду. Я хочу узнать, что. Вот нам 91 монету, у нас косарик. Косарик, да. Смотрите, вот наша база. Что-то можем, ну хотя... Мы можем построить дорогу к дереву. Так, давайте. Вот, и все. Раньше да? Такого точно не было. Да, вот теперь еще деревья цветочки и цветочки. Можно мы можем, давайте кстати, цветочки, да. Это прогресс, надо, короче, 6 всяких штучек построить, и еще мы деревья построим. Я не знаю, для чего это, но пусть будет. Красиво. Ага, вот теперь смотри, забор. И все, больше денег нет. И все, у нас не хватает, да. Так, тут еще куча кнопок, конечно, каких-то. Че, давай, плей. Мировое. Вот у нас карта общая есть. А, то есть это мы отстроим, потом дальше нам пойдем. Да, да. Ну ладно, давай. Судя по всему. Памп качать. Так, давай. Это, а я думала, накачал. Ты знаешь, как это, качаем, на самом деле там динамит какой-нибудь. Ага. Смешно. Так, внутри жизни все отлично. Кач, поймай. Так, яблочко. Оп. Как это, про волка и яйца. Оп, да, кстати. Блин, ну анимация прям классная. Apple. Да, надгрызанная. Connect. Надо парик. А что не режет? Отклеится. Идеально. Красиво. Блин, ну как так вышло? Ой, а он еще, это у него джопа тоже. Я не знаю, у него что-то надрезано было. Фастер. Ну это изи. Окей, все, приструнили. Один пока групик. Живем. Так. Запустить, что ли, что-то надо? Ой, я... А надо потрясти, наверное, чтобы оно бахнуло под давлением. Походу, мы сейчас не уедем. Ой, выжили, нормально, все хорошо. Держитесь, наверное. Ой, надо под его защищать. Да. Ну, как бы. Иха, он с вилкой, дурачок, бегает. Он как шарахнет. Все, он выжил. Ага, разошлось. Ну, конечно, вот самое идеальное мысль решение, хорошая. Да, быстро. В дождик с вилкой выйти так, в поле. Так, зеленый с зеленым, красный, оранжевый с оранжевым. Ну, фу, елочка, готов. Я еще, знаешь, подумал, что это чьи-то когти. Это обувь немножечко. Так, это мы помним. А, там, по-моему, раньше так и было, если я не ошибаюсь. Несколько заданий, как бы. И главное выжить. Так, connect. Ну вот. Еще... ну хотя бы увидим, как помирают. Так, типа, быстрее. А слушай, чем попробуем? Дальше, тем сложнее, ну все понятно. Ладно, живы. У нас одна жизнь осталась, и мы... Я не знаю, сколько мы заработаем, конечно. Ну,
нам, слушай, получается, а это что? Ввести. А, закрасить. Не особо умный, походу, получилось. Ну, нормально, нормально. Выжили. Ему хватит. Ой. И так сойдет. Да, как так быстро надо? Ладно. И так действительно сойдет. Я не буду ничего ждать. А мне кажется, мы сейчас, ну, нам хватит, наверное, для того, чтобы прокачать. 20, я бы не сказал. Хотя 200. А сколько там надо было? 300. Ну, что бы не... Так, а что еще здесь есть? Магазин? О. Тут можно, типа, за рекламочку, за просмотр. Донат подъехал. А это что? Коллекция, типа, смертей. А, нет. То ли скинчиков, то ли что. Скинчики, наверное. Эквип, видишь? Ты будешь таким бегать. Да, ну, а как таким бегать, если мне разные? Ну, нет, ну, точнее, это умирать. Ну, когда вот здесь и когда жизнь у тебя так, сейчас надо как-то вот тут вовремя ударить. По ним надо как будто, нет? Миш, по ним! Ну, я не понял. Тут раз так же было, по-моему. Ну, так же, то, что я помер. Да. Так, закройте дверь. Я закрыл! Все, на самолете улетел. Новые пошли, все равно кадры. Да, да, да. Так, яблочки были у нас. Выполнял нормально. Ну, с этим я справлюсь, да. Не должно проблем быть. Все, готово. Пальцем, правда, может закрыть. Обзор. Нормально. Не, ну, всем остальным будет видно. Так. Все, успел. Вообще, Абубус мастер. Следующее фото оленя. Блин, а как? Его надо спугнуть, что ли, каким-то образом? Стоп. Фоткой. Ну, ладно. А что мы не так сделали? Нам главное 300 заработать, и все, ну, остальное окей. Уже не так важно. Так, одна жизнь осталась. Быстрее! Давай, тряси, тряси. Может... О, все, по-моему, сработало. А мы в прошлый раз разбились или нет? Нет, нормально, значит... было. Значит, я уже забыл. Но всякое может произойти. Ну, заворачивайся ты! Фу. Успею. Э! Чуть не докрутил. И кто? Понятно. А то есть это маленький заборчик от дерева, да, нормально. Защитил, это как да. Видосы, где две собаки там лают, ну, друг на друга. В данном случае хуже было. Дойдут на метр и уже это, как сказать. Да ё-моё, ну как ты прикалываешься? Не да, нам не хватило буквально чуть меньше. Сейчас мы халявно получим. 100 нам дали монет за рекламу. О май гад, мы разбогатели. Ну все, ну хотя просто узнать, чем закончишь. Домишь на дереве. Так. Это что за... А, это пока... Как все было, ждал... типа? Как добрали наша все. Хата обустраивалась. Ага, так. Мы открыли персонажа какого-то. Пилок. Пилок. Let's go! Я хотел базу посмотреть. Так нам явно денег не дать. Сколько покупать. Речка стоит? 100. Погнали. Давай. Накачиваем. Летай. Полетели. Все? А в прошлый раз так и было, да? Да-да-да. Что у меня память короткая какая-то. Так, 3 жизни. Давайте что-нибудь... Ага, новое, спасибо. Ну, хотелось бы, да, еще чего-нибудь посмотреть. Ну, на самом деле, иначе они так все быстренько но покажут. Ну, а тут и... на скорость. А, слушай, мы выжили. Я уже думал, сейчас нас электричество бабахнет. Я уже почти почувствовала запах жареного. А вот смотри, вот и жареный пошел. Может, как раз... Надо открывать новые эти. Что-то я не, я думаю, что вот здесь, вот видишь, каким он, пасты. Какой он у тебя стоит. Свайпать. Куда свайпать ты не суй? Минус щет. Один. Упс, ну, что реально. Было, то было. Что делать? Ловить его. Надо его... Блин, я пытался пальцы подбивать. Минус один. Ну, вот, ну, хотя что-то новенькое было. Да, я увидел. Спасибо. А тут, кстати, ну, сам много простая. Времени, да, дается. Паста. Так. Быстрее. Ну, это тоже изичка. Вот заставки, они у тебя дают возможность подготовиться. А если бы без них, вот сразу бах-бах. Так, ну... А, вот какой шов. Все. А, ну ясно. А я просто... А ты, ну, как бы... Ты Элвис. Да, теперь он может. Так, удочка. Как бы кого каждый раз интересно, ловим? Как выиграть. Мега. О, я понимаю, чем могло закончиться. Просто. Так, раскрасить. Перекрасить. Так, давай.
Слушай, а знаешь, что мне напоминает? Варио. Маляр уже сотого. Вот мы с тобой уровня. Варио играли, да, вот это да, прямо один в один сходство. В каком-то смысле. Ну там, правда, задание порой тоже, фиг пойми, фиг выполни. Ну не, вот тут, в принципе, то же самое. Фиг пойми, фиг выполни. Ой, а что сделать? Соединить, что ли, их? В руку! ГГВП, нет! Прощай! Анна, за что? Всё. Раздавили пацана. Ну не, я не буду ждать. Ой, точнее, буду ждать, не буду рекламу смотреть. Хотя она может сама напасть. Ну, давай хотя это, знаешь что, надо переодеться. Ну это не переодет. Сотка, ну, алло. Ну, не, реально, давай переоденемся. Сотка-то есть, почему нельзя? Во. Что-то не появилось. Ща, и ща увидишь, вот. Ой, нет, рекламу нажал, прикинь. О, все. А, ее нет, походу. Фу. Вот какой-нибудь выберем. Ой, смотри, какой пушанчик какой-то. Да, дает шанс к секундам в мини-геймах. Но они, короче, о, дает. Интересно, еще бафы. Этот... Ну, а, да, смысле. Это главный перс. Короче, он дает определенные бафы. Ну и в некоторых местах дебафы. Так, у нас появилась еще какая-то штука, бревна. Бревна, так, ну и все. И за 150 рублей... Ну или мы... Простите. Эти, как его... Деревья можно посадить. Я жду новую развлекуху. Вон, видишь, и тут они. Да, такие. Да, все, понял, прикол, да. Я гений. Классно, просто. Классно. Так, ладно. Вы видели, какую сложную задачу? Вообще невероятно. Миша с ней не справился. Я чисто выполняю спасание. Ты не можешь выполнять сразу три задачи. Записывать видос, держать телефон. Погладить. И еще что-то. Интересно, что бы с нами? Вот я согласен. Мне кажется, может, мама медведица пришла. Или он бы нас разодрал. Ого, надо очистить шлем. Блин, а офигенно, на самом деле-то. Все равно достаточно много здесь этих мини-игр. Ну да, получается. Так, don't touch. А, don't touch. Так не трогай, дурак. По рукам бить надо. Убрал клешню. Ну почему? Я не знаю. Я один раз получил, второй раз нет. Ну вот честное слово. Старался со всей дури. Блин, интересно посмотреть. Давайте посмотрим. Уже поздно. Я достал. Да, достал. Да, достал. Просто да. Хотелось увидеть, что было бы, если мы откисли. Хотя... Так, ладно. А вот что здесь будет? Давайте посмотрим. Давайте. Да. Вообще не ожидал. Нормоз. Ну просто реально любопытно да, да, же, да, чё. Да. А вот здесь ну, что здесь будет? Ну здесь давайте посмотрим. Хорошего путешествия. Да, да, приземление. Ну ладно, короче, посмотрели, я не знаю. Прохождение откладывается, скорее всего, но знаете, что такая игрушка вышла? А может быть и, ребят, если захотите, продолжим. Если очень захотите, кнопка лайка и комментарий есть. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.